Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет прохождение волн. Покажу вам, как проходятся волны. У меня открыт уже седьмой чаптер. Вот так вот Invasion называется. Вкладочка, и здесь есть, как видите, 6 распределений. То есть это волны. За каждую волну, ну, за прохождение вы получаете сундуки, с которых падают осколки героев. То есть есть у вас 9 попыток, это энергия, и соответственно вы еще дополнительно получаете вот за прохождение вот такую бонусацию. То есть тоже осколки вот 10, и следующее прохождение это стейдж, 200 штук всего их есть. Пока, скажем так, можно и пропускать, можно и дальше проходить. Есть также настройка. Вот, допустим, дублировать можно. Вот выставляются таблеточки. Ну, то есть, как у нас, в принципе, в битве замков. Вот, база героя вашего, она выставляется. Допустим, сейчас мы повыставляем это все так, чтобы вы видели, как оно выглядит в реалии. Ну, пока оно, знаете, по графике сыровато, я это уже говорил, но в реалии интересная игра. Вот не знаю, что-то я играл ночью, немножко поддонатил, покажу вам попозже героев, как они выглядят, что они делают. Очень много разных интересных плюх здесь есть. Так, давайте попробуем поменять немножко карту, возможно, быстрее все будет у нас происходить. Сейв. Так, а надо все выставить, эти не могу, видите, менять из-за того, что не все выставил. Вот так вот, сейв. Вот сейчас будет у нас это раста. Так, это у нас шипбейс. Invasion, вот расстановочка на волны, вот так вот она, таким вот образом она выглядит. Сейчас пойдем покажу вам, как проходятся сами волны. Поехали, седьмая волна у нас. У меня герой более-менее подкачанный. Вот сбоку получается у нас вылазят эти гоблины уже. Ну, у меня немножко неправильно оно расставлено, я думаю, мы затащим, должны затащить, у нас друид топовый. Вот таким вот образом они нападают на мои постройки. Наверное, сольют нас еще. Видите, немножко неправильно пораставлял. Надо будет поставить минотавра танкующим. Вот вторая волна. Ну, то есть, таким образом вы проходите это все. Вот сейчас пусть подбегут поближе. Жахнем вот так вот минотавром их. Астарион, если я не ошибаюсь, он здесь называется, но очень обалденный герой, донатный герой, скажем так, непростой. Пока только 5 таблеток, думаю, дальше возможно будет еще возможность открыть. Заряжается, ну, в общем, как волны в Castle Clash, то есть один в один, 5 призывов. Тихо, 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 не умирать. Давай, Минотавр. Вот так вот. Ну, то есть я перестановочку сделал, чтобы мы побыстрее это все проходили. Ну, по чуть-чуть нас, как видите, достают. Злые гады. Ну, надо немножко по-другому выставлять героев. Так, еще одного героя слили. Это надо делать расту. То есть специально от юнитов таких.
осталось у меня три героя. Ну, надо выставлять танка первым. Я не посмотрел, как выставил таблетки. Рановато Минотавр, конечно, ударил. Вот, вот идет к нам босс. Думаю, мы затащим его. Должны, по крайней мере. То есть, таким образом проходятся волны, которые потом можно пропускать. Энергия тоже восстанавливается. Мировая. Ну, не мировая. Очень много локаций, скажем так, для фарма. Вот. Следующая наша победа. Еще получили осколки. Соответственно, потом отсюда, когда мы это все получили, дело можно прокачать наших героев через алтарь. Еще дерево, очень много всякой срани падает, скажем так, которая по сути не особо нужна. Так, что там у нас новый герой наш Рен, еще не посмотрел, как он смотрится. Так, вот наш друид есть. Могу увидеть, я ему повысить уже дальше его навыки. Вот этот хил заапгрейдить, чтобы больше хилил. Ну и так вот постепенно они все, в принципе, прокачиваются. Так. Ну что, поехали еще попробуем. Где-то у меня первая база есть, шестая. Надо заапгрейдить. Сделать получше. Такс. Давайте немножко расту изменим. Ну, то есть удобно. Мне, честно говоря, нравится, как здесь сделаны расстановочки. То есть дальников мы прячем назад. Танка выставляем вперед. Вот такая, знаете, скромная раста. Отсюда можно убрать подальше, скажем так, ставить сюда лучше армейские лагеря, которые будут реально помогать. Башни, короче, расту надо будет делать однозначно. Вот даже сделаем вот так вот. Сейв. Поехали. Попробуем следующую волну зафармить. Восьмая волна, поехали. Ну, то есть так быстрее проходить, потому что у меня было в другом краю все. И там просто нереально. Пока они добегут, это по 10 минут. Действительно, этот бой шел. Так, видите, они все рядом. Намного удобнее, вот все намного проще стало, скажем так. Вот позаряжались уже все, рановато. Ну, видите, у меня стоит авторежим, чтобы этого не было, надо отключать его, и тогда у вас будет все совсем по-другому юзаться, как вы захотите. То есть вы захотели там, и герой ударит попозже. Ну, не знаю, пишите комменты, как вам волны эти. Ну, оно прикольненько смотрится. Жалко, что оно еще сырое, но
в дальнейшем, если они сделают хороший движок, хорошую графику, игра реально будет очень интересная. Я думал, что мы там на стриме побегали это все, но оказывается тут масса фана. Посмотрите, что делает Стерикс. Оп, подхил. Четвертая волна, следующая. В общем, такое. То есть, есть очень много плюсов, очень много минусов в игре. Ну, как всегда. Это IGG. Выпустить сразу нормальный релиз они, к сожалению, что-то не могут. Вечно какую-то срань сначала выпускает. Ну, вот следующий босс у нас. Сделаем подхил. Давай, давай, босс, подходи. Вот так вот. Ну, ничего сложного, как видите, нормальные прокачанные герои. Мы справляемся без проблем. Поехали сразу же на следующую волну. Ну, тут вы получаете плюхи. То есть, для бездоната прохождение, конечно, и получение этих плюх бесценно, скажем так. Скилл, как видите, набирается со временем. Чем больше герой атакует, тем быстрее у него скилл набирается. Но уже посложнее, посложнее. Вот у меня паладина убили. Гады. Стрелки. Я зря сделал, так поздно включил скилл. Так, сделаем подхил немножко. Ну, я тут выставил. Тут, видите, надо будет потом тактики выбирать разные. В общем, по волнам здесь будет много интересного, думаю. Опять включил позже, чем нужно. Надеюсь, эту волну мы затащим. Успеем. Не сольют у меня. Если у меня сольют сейчас Минотаврика, это будет реально печально. Давай, юзайся. Не сливайся. Успели подхил? Ну, успеет или нет? Ай, слили его. К сожалению. Ну, я надеюсь, остальные смогут справиться. В общем, такое, ребят. Пишите в комментах, как вам эти волны. Как по мне, довольно-таки неплохо. Какая там у нас уже волна пройдена. Девятая, да? Интересно, здесь апгрейдит сразу или нет? Да, апгрейдит сразу. Вот 11-ю прошли уже. Давайте 10-ю зафармим. Посмотрим. То есть, такое интересное. Посмотрим, что дальше. Я уже сегодня постараюсь вам больше видосов показать, записать. Вы пишите, что вы хотите увидеть, какие локации, какие прохождения, прокачки. В общем, вот так вот. Всем удачи, всем пока. Ну, конечно, смотрите, как я буду сейчас волну жарить. Или волна меня будет жарить. Одно из двух. Видите, не хватает отхила. Как бы ни старался,
Минотавр проседает на первой линии тоже. Не успевает друид его отхилить. Ну, думаю, должны успеть. Босс. Ну, как-то налегке даже эту волну прошли. Полегче, чем предыдущую. Вот у нас второе место. Ну, давайте еще попробуем зафармим первую волну. 11-ю. Попробуем взять топчик. Да, Минотавра тут, конечно, моего душат. Только так. Ну, тут справились со второй без проблем. Так, четвертая волна. Ну, видите, надо еще юзать скиллы, когда они подходят героям вблизь. Вот так вот. Потому что если на автомате, они криво их юзают. Вот мы подошли к боссу. Интересно, интересно сейчас будет. Жарко. Успеет ли Минотавр? Точнее, друид дать подхил. Друид успел дать подхил. Ну, Минотаврик, давай, давай, один удар. Вот так вот его застанили. Изи, ребятушки. Итого. Что там, еще кого-то убили? Нифига себе они зашли. Вы что, прикалываетесь? Что вы туда полезли? Как они туда пробежали? Они взрываются еще как-то. Потеряли несколько секунд, но зато зафармили. 2.31. Взяли топ или нет? Не, видите, у него немножко быстрее по времени получилось. Ну что, давайте попробуем 12-ю волну в таком случае фармануть. Может, у нас получится ее фармануть заодно и посмотрим, что тут за изверги обитают на 12-й волне. Ну, надо гарнизоны качать и прочее. То есть тут очень много прокачек надо сделать.
А эти специально бегут только чисто на башне, видите, подрываются, именно на башне бегут. Так, 12-я волна пошла. Наверное, надо жахать. Жахнули. Отлично. Пока вроде тьфу-тьфу нормально идет. Ну, самое главное, видите, друид очень спасает. А вот тут вот, не знаю, сейчас будет сложновато, наверное. Нормально откинули. Вот-вот эти самые проблемные. Добейте его. Красавчики. Так, босс идет к нам. 12-я волна. Сейчас мы посмотрим на этого босса. Минотаврик. Отлично. Блин, все равно один убежал. Собака. Вот так вот. Зафармили мы, ребятушки. Думаю, взяли топчик. Короче, такое. Интересного много. Давайте заберем бонусные плюхи. Итого. Вот мы взяли первое место пока что. Ну, то есть что проходить. Очень много интересного, скажем так. Так, окей. В принципе, все. Пишите комменты, что вы думаете по поводу игры. Как вам? Что вам? Интересного, конечно, много. Так, мы можем проапгрейдить нашего друида. Вот, видите, еще можно улучшать ему скилл. Гапать. Апнули мы ему уже четвертую звезду. Смотрите, когда добавляется. Ну, вот это вот прикольно, конечно. Что у нас по силушке? 87к. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосики. Всем удачи, всем пока.